Тюмени прошли инклюзивные игры. Это творческо-спортивный проект стартовал в школе-детском саду номер 76, где обучаются дети с проблемами со зрением. Задача проекта – объединить ребят и научить их совместно достигать цели в атмосфере дружбы, сотрудничества и взаимопонимания. Дети из обычных школ и слабовидящие ребята выполнили с завязанными глазами несколько упражнений, которые помогли им стать ближе и понять друг друга. Это нужно для того, чтобы дети, которые наши выпускаются в общеобразовательной школе города, не боялись чувствовать себя комфортно. Опыт для нормотипичных детей такой, чтобы они посмотрели, каково это иметь ограниченные возможности в здоровье, каково это взаимодействовать, общаться, передвигаться, учиться, рисовать, прыгать, не знаю, заниматься спортом, если у тебя, например, нет зрения, или зрение ослабленное, или у тебя какие-то есть ограничения в движениях, или в слухе.